Ну, пока Анжи совсем без мяча. В эти 4 минуты понятно, что не время для аналитики, но если бы не моменты, которые возникали у Рубина в атаке. Рандон будет первым мяча. Да, он быстрее, чем Жоау Карлос. Пробрасывает мяч мимо соперника. Входит в штрафную. Пас назад. Удар. Гол! 1-0. Это абсолютно логичное развитие, вернее, окончание тех событий, тех 4 минут, когда Анжи был зажат в собственную штрафную. Два момента было, а третьим Кузьмин забивает гол. 1-0. Рубин выходит вперед. Но все к этому шло. Действительно, очень хорошая атака. И вот здесь непонятно, почему Жоао Карлос, такое ощущение, что в валенках бежал за Рандоном. Рандон – это не сильная его сторона. Дистанционная скорость. Здесь здорово Рандон еще поборолся, сбросил мяч. Ну и Кузьмин из серии, что называется, попал. Да, очень хороший плотный удар в дальний угол. Здесь даже прыжок Габулова не выручил Анжи. Ну, и все здорово сделано, да, было? Да, Кузьмин забивает свой первый мяч в чемпионате. И вот так быстрый гол в этой встрече. По-моему, Анжи еще в эту игру, на эту игру не вышел.